Наверное, я не знаю. Напомним, что было в прошлой передаче в Royal Poker Club. Чек. 200. 500. Тройку палишь, Димон. Как ее еще скрыть? Что мне сейчас надо сделать, чтобы скрыть? Ну, в принципе, да, никак. Только ререз, да. Уже никак. Некуда деваться. 1200. А если у Лауриса тройка была? На сплит надеешься? А с чем мы за тройкой, Диман? Какая разница с чем? Ну это понятно же, нету разницы, но все равно. Так, ради интереса, чем ты давал прорейс такой? Стазок? Ну ладно, посмотрим прорейс. Ты что, нельзя смотреть. Шо, да. Тысяча в небо. Вот первый раз такой маникюр вижу. И снова добрый вечер. Мы с вами в Royal Poker Club. Телеканал РНТВ Балтия продолжает трансляции этого турнира. С вами будут на протяжении всего этого эпизода я, Артем Милов, и наш эксперт Виктор Заярный. Добрый вечер. Димон, признавайся уже. Пас. Мы видели, что 6 игроков, которые начали этот турнир, до сих пор все в игре. Давай 400 разыграем. Так, потихонечку снова вам их представим, для тех, кто, возможно, пропустил вчерашний эпизод и не знает, кто есть кто, или who есть who. Ну, играем. Вот это Марис. Марис играет очень тайтово, он студент, он очень редко заходит и обычно проигрывает. Есть подозрение, что ему еще надо успеть сегодня на учебу, и поэтому он... Не хочешь со мной играть? Нет, я хочу... Все время старается вылететь. Марис на 8-9 сделал кол. Нет, не сделал кол, прошу прощения. Он сделал рейс, и потом на туз 3. Или с тузами. Тысячу ставку Алексею. Марис поспешил скинуть карты. А это Алексей. Алексей, профессиональный игрок в покер. Известный. Олимпийские игры, я знаю, намечаются, да? Да. В интернете как Little. В феврале, да, будет первое. Да, в начале февраля. А известна там группа, я не знаю. Алексей уже успел себя зарекомендовать Словцы. Полным профаном в хоккее и продолжает это демонстрировать. Еще кто-нибудь, да? Россия. Еще я, конечно, Россия, понимаю, да? С оптимизмом вы полны, что вы всех обыграете, но... Чехи, Словакия. Всех обыграем, как всегда. Ну, сложная группа, это Чехия. Я как-то на Чехах был один раз. Ну, там слабых вообще нет. Не, ну обычно четвертая команда. Как Call. Там рассеивание было? В Латвии в четвертую группу попал или как там? Обычно слабая команда в группе одна есть. Что там? Как тебе фраза, Виктор, Алексея? Я на Чехах был один раз. В Норвегии, но более-менее. Алексей очень хорош хоккеист. Не вызывает сомнений, да? Вот такой интересный довольно флоп. У всех есть какие-то шансы. У Мариса есть даже шансы на стрит флэш. Поэтому сейчас даст 300. Алексей уходит. Лауриса есть младшая пара и дырявый стрит. Четверка на турне. По-прежнему у Эдгарса, которого туз 7, самые лучшие шансы на победу. И тройка теперь уже. Стрит открылся Марису. Чек. Чек от Лауриса. Чек от Эдгарса. И Марис сейчас бросится в бой. Полной уверенности. 1200 поставил Марис. И... Ну, это очень много. Вряд ли мне кто-то ответит. Вот если бы Марис напал на терн, было бы гораздо лучше. У него действительно была сильная рука. Дроу флэш, дроу стрит. Низшая пара, ну не низшая, одна из средних пар. Я вот думаю, что Эдгар заколирует. Сейчас мы это знаем. Ставлю на Эдгара. Я за Мариса.
nostājas ar īļu. Baigi, jā, jādomā. Ребята, что вы пьете, расскажите. Кола. Завтра игра. Тренер может смотреть, не надо говорить. Ну так, в принципе, всегда так получается, что такие неалкогольные напитки, да? Такой график, да. Иначе нереально выдержать. Алексей продолжает нет, демонстрировать это, фантастические знания в области физподготовки к хоккею. А Эдгар никак не может решиться. Половина голкипера хочет ответить, половина хочет скинуть, и в итоге вторая половина выигрывает. Шесть. Пять. Кстати говоря, Эдгар правильно поступил. Ну, была очень опасная доска, они задешево зашли в игру, могло быть что угодно. Как вы готовитесь, не секрет, конечно, вот к Олимпийским играм? Особо никак. Нон-стопом тренировки какие-то идут или? Игры, тренировки. Сборы будут? Я думаю, что нет. Там нет времени. Походу, дело. Кто-то должен сказать Лёше, что пора сменить тематику. Может, Лёша думает, что он хорош в хоккее, так же, как в покере? Тихого Салспилса. Не, ну я как бы прожил еще год в Лиге, но обратно переехал в Салспилс. Я как бы вместе со своей командой. Чек. Транспорт. Чек. Валмир бил? Чек. Честно говоря, не помню, мне кажется, не было. Ну что так специально точно не было. Пиво очень хорошее. Пиво? Пиво, да.